До начала календарной весны осталось 2 дня. Для многих это радостное долгожданное событие. Любители рыбалки в этом году могут провести первые дни марта с пользой на первом столичном фестивале по зимней ловле «Чебоксарская рыбалка». Мероприятие назначено на воскресенье, 3 марта, в акватории городского залива, в районе Свято-Троицкого монастыря. Участвовать в фестивале может каждый желающий. Главное – прийти к 9 утра и зарегистрироваться. Каждый участник у нас на соревновании при поимке рыбы будет обязан позвать судью и зафиксировать свой улов. То есть для исключения подлогов, для того, чтобы не было разговоров, потому что кто-то принес с собой рыбу. Номинаций несколько, и каждый может заработать свою. К примеру, самая большая рыба, самая маленькая рыба, опытный рыбак. Призы ждут победители чебоксарской рыбалки достойные. Администрация города предусмотрен главный приз в номинации «Самый большой улов» цветной телевизор от главы города. Болельщики тоже могут уйти с фестиваля не с пустыми руками. Для них будут организованы спортивные конкурсы. А те, кто замерзнут, согреются в конкурсе «Лучшая уха». Мария Данилова, Николай Яковлев, Республика.